Время от времени многие из нас принимают у себя гостей из ближнего или дальнего зарубежья. Но не все знают, что при этом необходимо юридически грамотно оформить документы, касающиеся этих визитов. За исключением случаев, предусмотренных Конституцией и федеральным законодательством, миграционный учет в России носит уведомительный характер. Однако по истечении 7 рабочих дней с момента прибытия иностранные граждане подлежат постановке на учет по месту пребывания. Для оформления такого гостя частное лицо, принимающее иностранца, может воспользоваться помощью универсальных специалистов территориального подразделения Центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы», где ему безвозмездно посодействуют в подаче документов на оказание этой государственной услуги. Постановка на миграционный учет также возможна в отделе УФМС по Московской области в Одинцовском районе, расположенном по адресу город Одинцово, улица Неделина, дом 11. Срок временного пребывания иностранного гражданина в России определяется сроком действия выданной ему визы. В случаях, не требующих получения визы, суммарный срок не может превышать 90 суток за полгода. Стоит напомнить, что фиктивная постановка на учет зарубежного гостя по месту пребывания в жилом помещении является основанием для снятия соответствующего гражданина с учета, что автоматически делает незаконным его пребывание на территории Российской Федерации.